Дом по улице Дегтяревской, 43/9. Пятиэтажный кирпичный дом 1964 года постройки. В 1992 году был произведен капитальный ремонт. Из-за близости к дороге в квартирах может быть шумно. Небольшой тихий озелененный двор. В удовлетворительном состоянии входы в парадные. Установлены домофоны. Места для парковки не предусмотрено, поэтому автомобили ставят во дворе и на газоне. Во дворе установлена небольшая, частично новая детская площадка в тени деревьев. Недалеко располагаются супермаркеты и магазины. Торгово-развлекательный центр, парк, станции метро. Рядом находится детский сад и школа. В пешем доступе есть остановка общественного транспорта. Дом в удовлетворительном состоянии.